Жизнь елочки, так прекрасно начавшаяся в одном из подмосковных лесов, а после, став неотъемлемой частью семейного новогоднего праздника, как правило, заканчивается на мусорке. Смотреть на это печально и грустно. И хотя все большую популярность приобретают елки искусственные, отказаться от удовольствия нарядить к празднику живую ель могут далеко не все. Ежегодно только в России под корень вырубаются, а после оказываются на свалке около миллиона лесных красавиц. Одна из строительных компаний Московской области уже четвертый год подряд проводит экологическую акцию «Елки-палки в зоопарке», помогая елкам принести еще одну пользу, но уже не человеку, а зверям. Эти елки предназначены для корма животным. Соответственно, важно, чтобы елки были очищены от различной мишуры и елки не стояли в каких-то химических растворах, потому что, собственно, животные их будут кушать, и чтобы они никак не покалечились, не отравились. В этом году акция по сбору елок, она приобрела действительно гигантский масштаб. У нас порядка 16 площадок в различных округах Подмосковья. В Видном также создан пункт приема елок. Располагается он на углу дома номер 2 по улице Ольховой. Возможно, одного пункта для большого города маловато, но, подумав о пользе дела, можно привезти свою елочку сюда. Елку выбрасывать больше не нужно. Будет у зайки теперь вкусный ужин. Это один из лозунгов акции. Но на самом деле еловыми веточками, которые будут предварительно измельчены, в зоопарках с удовольствием полакомятся разные звери. Медведи, лоси, кабаны, бобры. Кстати, каждый, кто принесет елку в пункт сбора, может поучаствовать в конкурсе и выиграть семейный сертификат на посещение одного из зоопарков Подмосковья. Для этого нужно в период с 1 по 20 января сдать свою елку. При этом, когда ты будешь ее сдавать, нужно сфотографироваться около павильона, разместить фотографию в сети Instagram с хэштегом «Елки-Урбан». Акция продлится до 20 января. Подарите свою елку зоопарку. Татьяна Брылова, Алексей Руднев, Анастасия Нурхонова. Видное ТВ.